Итак, ребята, рой номер 39. Сейчас я буду его вскрывать, покажу вам, что там внутри. Что ж, смотрим, ребята, что у нас там. Так, пчела темная, видим. Темная. Без рыжины, вроде как бы. Но про дымок не забываем. Так, медоперговая, ребята, рамочка. Тут напрыск с другой стороны немного есть. Так, ребята, разновозрастной расплод с этой, ну и с другой стороны то же самое. Все просматриваю, чтобы мне найти матку обязательно, в любом случае, чтобы не делать потом лишних движений, отыскивать матку, менять ее не хочется. Хочется сделать одним разом. Так, здесь я вижу яйцо. Матка откладывает яйца где-то здесь. Но как ее найти? Будем искать. Опять же, где-то куда-то, может, убежала на стенку ловушки. Такое часто бывает. Ну что, разновозрастной расплод с этой стороны. Стой. Свисание пчелы смотрим, ребята, смотрите. Вот. Пчела висит. Пчела темная. Матки не вижу. Матка может прятаться у нижнего бруска где-нибудь. Ну, пчелы в достатке. На всех рамках я вижу, пчелу есть. Здесь напрыск, ребята, напрыск. Но с другой стороны то же самое. Но однако я, ребята, вот смотрю, чтобы мне не упустить матку. Последняя рамочка осталась. Здесь тоже вот напрыск. Матки не вижу, ребята. Слушай, неужели опять она в ловушке где-то бегает? Да, вот она, ребята. Вот она, рыженькая. Вот она гуляет, матка. Уже сколько краев я тут перебираю. Как правило, вот матка всегда, она где-то сбегает с рамок и потом гуляет в ловушке. Ну что ж, неплохо. Матка, вот она. Отбираю матку у них.
Даю свою. Вот, ребята, только что вам показывал матку. Вот она. Вот она, маточка у нас. Клеточки поймана. Сейчас возьму пчелы ищу. Тут не можно было потом подсадить пчелу к этой матке. Ну все, тут пчелу эту традиционно сверху. Вот таким вот. Остатки сюда пчелу. Сюда. Тут шершни у меня побывали. Гнездо вили. Все. Буду закрывать. Ну и дам маточку. Это рой 39. Ну что ж, ребята, приступим к 40-му раю. Будем смотреть, что там у него внутри. Как обычно, дым. Ну и вскрываем. Так, пчела немножко волнуется. Дымку. Ну тут неизвестно уже, пчелы, которые из какой ловушки волнуют меня тут. Вот, если честно, ребята, я сегодня, 18 июля, 8-й рой я сегодня вот так вот скрываю. Кропотливая просто работа, переселять. Ну, для вас я показываю все, что попалось мне в ловушки. Так, эту сторону ставим сюда улей. Что-то за раек. Так, первая рамочка. Ну, сколько тут пчелы бегают. Рыженькие, ребята. Ну, тут сушненько. Пчела есть. Так, одну рамочку я уберу. За засовную пока что. Ну, урой этот сел не так давно, скажем, я так предполагаю. Меда-то фактически пока нет. Ну, напрыск. Вот, ребята, пошел напрыск. Перга. Так, смотрим дальше. Хочется работать осторожно, не спугнуть матку. Разновозрастной расплод. Печатного нету тут пока что. Ну, пчелы рыженькие. Пакетные, скажем так, мне кажется, это мое мнение. Это те пчелы, которые любят размножаться, размножаться, еще раз размножаться. Здесь немножко начали печатать расплод. Ну что ж, вот, ребята, матка рыженькая. Ну и пчелы тоже с рыжа. Что ж, будем отлавливать, пока не убежала. Ну все. Матка здесь. Отлично. Просто отлично. Удачно. Ну, сейчас возьму еще пчелы, сопровождающие для матки.
Ну, пчелы тут достаточно. Здесь засеяно, здесь яйцо. Вот так вот пчела. Добавлять сюда я рамок не буду, наоборот, одну рамочку уберу сушнинки. Она не зачем им тут. Немного перги напросто. А пчела есть, есть. И все. Осталось мне принести им сейчас матку свою. Эту рамочку я забираю. Ну что ж тут у нас? Там перга у нас. Ну, пчелу тряхнем. Так, я улей сейчас прикрываю. Пойду за своей нужной маткой, схожу. Нуклеусный парк. Ну, в принципе, все, ребята. Все, что я поймал на 18 июля 2021 года. Это 40 раев. Всех я раев уже пристроил куда надо. Ну, в основном все раи у меня ушли отдельно в свои ульи. Так как это сейчас июль, надежда на этих раев какая? Смена маток. Моя матка еще поработает. Часть в июле, в августе. И они уйдут у меня в зиму. Конечно, я их подготовлю в зиму. Товарного меда я с них не возьму, но полноценные семьи с весны у меня будут. Ну вот так, друзья, не забываем поставить за всех моих этих 40 раев лайк. На этом я буду прощаться. Кто еще не подписался, подписывайтесь. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео о моем канале. Всем, друзья, пока и до новых встреч.